Ребята, всем привет! И сегодня я для вас снимаю видео, делаю макияж левой рукой. В это видео, как можно понять, я буду делать абсолютно все левой рукой. Ну и давайте начнем. Я сижу в полотенце, потому что только что помыла голову. Вот. И сейчас я буду наносить крем на лицо. Да. Это на самом деле невероятно сложно, но у меня вроде получается краситься левой рукой. Вот. Я мылась, протерла лицо тонером, и вот теперь наношу крем. Ой, вообще отлично. Готово. Теперь я наношу консилер. У меня вот такой вот. Я его вот так открываю и вот так, потому что я не могу никак больше открывать консилер. Я его наношу под глазки, на какие-то недочеты на своем лице. Закрываем. Я, кстати, специально нарастила реснички, чтобы мне было намного легче краситься, потому что я сломала руку себе. И расшовываю я консилер с пончиком. Мне удобнее всего так. Вообще, я планировала снимать видео о своем макияже после того, как моя рука... Когда, короче, у меня снимут гипс, но у меня сегодня 1000 подписчиков на моем YouTube-канале, поэтому я решила тоже снять видео. Все, тон лица мы выровняли. Класс. Теперь я наношу кремовый скульптор. Обычно я наношу вот такой вот сухой, но мне не очень удобно работать кисточками сейчас, поэтому я пытаюсь все такое кремовое использовать. И вот так вот чуть-чуть наношу. На самом-то деле, вот этим контурингом я также пользуюсь, чтобы контурировать себе нос. Раньше пользовалась, когда у меня не была сломана рука. Но так как она у меня сейчас сломана, я не могу себе контурировать нос. Но когда моя рука выздоровеет, я буду себе дальше контурировать нос. А сейчас я это не могу делать, поэтому без контуринга носа обойдемся. И то же самое делаем со второй скулкой. Невероятно сложно краситься левой рукой. Вот сами попробуйте. Это без помощи правой руки. Вот попробуйте. Закрывайся. Контур мы сделали. Если у меня есть какие-то пятна, то я вот так вот немножечко припечатываю спончиком. Затем я наношу пудру, потому что я начала замечать, что иногда моя кожа блестит в Т-зоне. Там нос и немного лоб. У меня такая палетка, у меня просто больше нигде нет пудры, поэтому я пользуюсь этой. И мне очень нравится пудра от NYX. Я беру вот такую маленькую кисточку и наношу пудру под глаза, чтобы консилер не скатывался. Я делаю контур носа, я вот тут на крыле носа наношу пудру. Еще я обычно беру потом большую кисточку и потом вот так вот прохожусь по всему лицу пудрой. Но так как сейчас я не могу взять большую кисточку, я пройдусь маленькой. Так странно выглядит. И еще у меня что-то вылезло на носике. Надеюсь, вы этого не видите. Далее я рисую свои брови. Я недавно сделала себе коррекцию бровей, и поэтому мне вообще намного легче красить брови стало. Так. Я ничего не вижу. Солнце так слепит в глаза. Но у вас там, надеюсь, красивая картинка. Сейчас докрашу брови и покажу вам. Ну что ж, я закончила с бровями. Я их накрасила. Кстати, я не помню, я вам рассказывала или нет. Но я сейчас пользуюсь вот таким карандашом для бровей от Pupo на 3-м оттенке. И далее у нас гель для бровей. Это мой самый любимый гель для бровей. Это уже мой второй такой. Я зачесываю брови просто вот так вот и наверх. И потом, если мне не очень понравилось то, как я зачесала свою бровь, то я беру щеточку для бровей и расчесываю так, как мне нужно. Вроде неплохо. Затем я наношу румяна. Я не всегда наношу румяна, иногда. Но чуть не обосрался. В последнее время я очень полюбила вот эти румяна. Они мне прям безумно нравятся. Такая у меня кисточка. Берем и на яблочки. Ну, вот так. Фу.
Они с легким шиммером, и мне это очень нравится. Затем я беру хайлайтер. Опа-на, вот такой вот у меня от Wet n Wild. Кисточку макаю в хайлайтер. На нос, над губой, на подбородок чуть-чуть, под бровюшкой. И беру вот такую маленькую кисточку и наношу в уголок глаза. Иногда перед нанесением хайлайтера я наношу белый карандаш. У меня от JD вот такой вот. На те места, куда я наношу хайлайтер, а потом прохожусь хайлайтером, и получается очень прикольно. И мне уже пора снимать полотенце. Я люблю, кстати, когда у меня волосы высыхают естественным путем. Я их очень редко сушу. Губы я обычно наношу вот такой вот карандашик Volume от Vivien Sabon. Это гелевый карандаш. Я его наношу по контуру губ. Как-то так. А потом поверх карандаша я наношу гигиеническую помаду. Абсолютно любую. И растушевываю. Как по мне, получается очень даже миленько. Ну а потом, когда мне снимут гипс, я вам покажу свой нормальный макияж, а не на быструю руку. Ну а на этом было все. Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. А я тебя очень люблю. Пока-пока! Какой-то быстрый макияж, наверное, сделан левой рукой.